Вітаю вас на каві. Сьогодні вона у нас незвична, незвичайна і світла. Бо із Світланою ми будемо її пити. І окрім аромату кави, буде ще і аромат фарб. Тому що кавовий клуб сьогодні перетворюється на художню майстерню. Що ми будемо малювати, як будемо малювати, говоримо із Світланою Качуровською. Світочко, вітаю. І найперше питання. Майстер-класи. Ти проводиш їх багато. Як взагалі народилась така ідея? Чому вона народилась? Причому я знаю, що малюєш ти сама не так давно і, власне, ну, спеціальної освіти в тебе немає. Ну, так. Про все по порядку. І, напевно, я думаю, треба трошки випити кави і починати малювати, бо нам же тоді ніколи буде каву пити, правда? Сколько себя помню, я творческий человек с детства. То есть, как первое вдохновление, мне пришло с маминых цветов, с бабушкиных кружев, вышивок, с отцовской теплой, с отцовского теплого дома, из прекрасных пейзажей. Слушай, ну в дитинстві ми всі малювали. Тата, маму, всю родину, тоді в дитячому садочку, тоді в школі і так далі. Коли ти вже почала малювати, ну скажімо так, по-серйозному? З мольбертом, з фарбами, з олійними. Это было не так уже давно. Рисовала я, ну, я же говорю, с детства еще. Но буквально лет 5 назад я попробовала написать свою первую картину маслом. Все. Это мой материал, это моя стихия, и мне это очень нравится. Слухай, от у тебе вже кілька виставок було. Що кажуть мастеті художники про тебе? Ну, ти молода. Відчуття кольору певно, що є. Можливо, ну, навіть неможливо, не вистачає, скажімо так, практики. Не вистачає, можливо, школи навіть якоїсь. Але ну, ті художники, принаймні, з якими я спілкувалася, сумські, які були на твоїй виставці, вони казали, що дуже тепла дівчина, дуже світла. І такі самі у неї картини. Абсолютно. От з таким самим відчуттям кольору. Теплим, світлим, от якийсь такий політ фантазії. Зразу зашаріли, зразу щічки рожеві такі стали. Які відгуки тобі казали? Що казали? Ну, поки всі хвалили, ну, може бути, ну, говорили, що, понятно, є недочети, ведь я не професіональний художник, і з кожною своєю картиною, з кожним майстер-класом я, може бути, немножко росту більше і більше. Но все впереди ще. Оскільки у нас сьогодні майстер-клас, то, можливо, ми давай починаємо працювати, бо це ж, я так думаю, робота не однієї години навіть, правда? Так. Да. Майстер-клас проходить около 3 часов, ну то і більше. І по порядку фарби беремо і по порядку розказуємо, що ми, за чим робимо. Сьогодні ми будемо писати прекрасну сирень такою. Можна? Да. Можна, показую. Сьогодні буде бузок. Сирень дуже люблять жінки. Її не дуже трудно рисувати. Це всегда... що її не дуже важко малювати. Зараз ми спробуємо, як це не дуже важко. І всім ученикам я для початку рекомендую її написати, обов'язково. А які кольори нам потрібні, які фарби нам потрібні? Ми рисуємо масляними красками. Це мій найлюбіший матеріал. Я багато вже пробувала. Чого не акварель, наприклад? Чого там не акварельні фарби? Акварель, гуашь, акрил, но масляні краски, коли я перший раз попробувала, все, я в них влюбилась. Это самый податливый материал, его можно легко исправить. То есть он, такого нету больше. Не зря все великі художники рисовали почти исключительно маслом. Света закохана в олійні фарби. Да. Робимо висновок. Да. Да, да, это точно. Берем. Голубая FC, это краски такие востребованные среди художников. Они очень имеют насыщенный пигмент. Берем ультрамаринчик для нашей сирени. Уже чимось прямо хочется руки зайняти, да? Да. 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 Як би не сказати, що прямо руки чухаються, щось намалювати. Берем розовий краплак, лиловий для нашей сирени. Иногда краску смеси краска синяя с розовой не дает такого красивого цвета, яркого. Надо брать в чистом виде. Берем обязательно бирюзовую красочку. Я роздивляюсь, где воно тут все будет. Берем марс коричневый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ще буде? А? 8-9. Да. Угу. Ну, это мои самые любимые, как бы я уже перепробовала много разных цветов. Это самые удобные. С этих цветов можно прекрасные, красивые цвета делать. Ну, це що стосується бузку, а взагалі я знайомилась з твоїми роботами, вони в тебе абсолютно усі світлі, от такі якісь, наповнені сонцем. Який колір твій улюблений? Да, желтый цвет, правда. Если вы заметили, в моих картинах присутствует очень много желтого цвета. Что это такое? Солнечного. Это мастихин. Это лучший друг художника. Вот и начинаем. Это тряпочка обязательно. Ручку. Треба, мабуть, було, щоб якийсь фартушок або такий. Будемо аккуратно. Наряд художника. Да, 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 да. Така розлітаєчка. Да, в мастерской я это практикую. Ми з фартушками і в халатах рисуємо. Лійка. Да. Это масло льняное. А чого саме? Основа всіх масляних красок – это льняное масло. І, то есть, щоб не вдихати пари спирита, я рисую исключительно маслом. Без запаха. Кстати, льняное масло можно употреблять даже вовнутрь, это очень полезно. Там много омега-3. Так что художник голодный, то можно и перекусить походу. И начинаем. Починаємо, як ти навчаєш, власне, я розумію, що починаємо. Я ось стою, я не знаю, як це називається, щось таке, що з ним робити, мені оце в руки дали, і кажуть, починаємо. Що починаємо? Всі дивляться перший раз, коли приходять, в основному люди творчі, але ніколи раніше не рисували маслом, і вони дивляться на цей холст, дивляться на краски, на мастихін, боже мій, що далі робити, не знають. Здесь надо успокоить человека. Ничего вы не испортите, сразу говорю. Выдыхаем. Да, да. Все, я помогу, расскажу. Это намного легче будет, нежели одному дома. И начнем, наверное, с того, что немножко покроем наш холст, смочим маслицем. Лежачая кисть. Попробуйте. Так. Как цветочек. Берем нашу кисточку. Да. И вот такими движениями. Так, вот, здесь... это, вот это лежачая кисть, да, да? Да. А вот это я столько льняного масла уже извела. Это нам нужно? Это надо хорошо разводить, красочка долго, стирать, да? Долго могла быть подвижной. Так надо покрыть весь холст? Да. Дальше мы делаем фон. То есть мы не смотрим на нашу сирень, мы делаем фон, даже там, где она будет. Это делается так. Наносим, берем беленькую красочку, смешиваем с немножко бирюзовой, тоже лежачая кисть, и начинаем наносить нашу красочку. Вот этот фон светящийся, нежный, легкий, как весна. Начинаем набрасывать наш фон. Непроизвольно, несмотря на то, как он там расположен на фотографии или на моей картине. То есть нам нужно нанести такие красивые эффектные пятна. Попробуйте. Все, творим. Делаем еще разочек такое. Смешиваем. Ой, да, это красивое пятно. Красивое пятно. Да. Это называется красивое пятно. И еще надо накладывать красочки столько, чтобы потом было где поработать мастихинчик. А, то есть не жалеть, да? Да, не жалеть красочки. То есть подмалевок мы такой. Должна быть слякотная картина, слякоть на картине. Да. Не обязательно там не перевешивать. Вот так вот? Да. О, сейчас чем больше импрессии, тем лучше. Не сродняем краски, сродним мы их мастихинчиком. Мы просто наносим. Наша задача нанести. Мне с этой кисточкой что делать? Вытираем ее каждый раз перед нанесением новой красочки. Понятно. А вот зачем нам тряпочка? Тряпочка это тоже вытереть кисточку. Не платьице красивое. А тряпочку вытереть. Ну, она же до конца не вытрется, конечно. Вытрется почти. Почти вытрется. Это она уже типа чистая. Да, да. И теперь можно в розовенькое. Теперь можно розовенький, да. Или мне уже в желтенькое уйти? Ну, можно и желтенькое. Ладно, только уйдем. Очень осторожно. Есть краски, которые дружат друг с другом, а есть, которые не дружат.
То есть, если мы нанесем желтый на синий... Ладно, я в розовый это пошла. Это будет зеленый. Я пошла в розовый. Хорошо. Яркие цвета мы любим. То есть, тут можно пройтись, да? Да. Несмотря на то, что здесь будет сирень, мы полностью избавляемся от этого скучного белого цвета. Дальше берем мастихинчик и вбиваем краску в холст, чтобы краска стала. Здесь сродняются же цвета. Красивые переходы получаются. Ну да, холст он такой, ну как ткань. Да. И вот эти все дырочки, скажем так, мы заполняем вот этой краской. То есть это единственный материал, с которым мы можем подобное творить. А как сама училась? Вспоминается, как написала первую картину, ее прям до мелочей помню, как ее делала. Кто-то же тебе вот это все показывал? Масло никто не показывал. Да. Единственное, мастер-классы смотрела других художников по интернету. Интернет – великое дело. Да. Великое дело, но все же, если был бы учитель по маслу, наверное, быстрее все можно научиться, конечно, так, на своих же ошибках. Лет 5, наверное, посвятила этому. Вообще, сколько ты вот этим всем занимаешься? Рисую масло 5 лет где-то. Мастер-классы это у меня 5 месяцев. Ну, как ты сама думаешь, кто ты? Ты художник или ты еще подмастерье? Я еще учусь, да, я еще подмастерье, но... Старший подмастерье, да, потому что, ну, я вообще уже, собственно говоря, такой самый-самый мелкий подмастерье, да? А ты уже старший, который может вот рассказать, как, собственно, краски смешивать. Да, это уже я знаю. Что делать? Как смешать краски, снять с человека эту боязнь, чтобы он расслабился, это. А дальше все. Сейчас как кто-то посмотрит и скажет, да, сама еще учится, она уже мастер-классы проводит. Ну, как назвать вот это? Это мастер-класс чего? Это мастер-класс... Ну, невысокого художества, конечно, но... Да. То есть это больше рассматривается как хобби. То есть это не академическое письмо, а больше как хобби. Почему человек не может себе Скажи позволить так, рисуем это? Рисуем для души, да? Да. Рисуем для души. Дальше начинается самое интересное. Мы рисуем и мастихином, и рукой. То есть не боимся замазать руку. Ух ты! Это всегда очень эффектно и красиво, когда задействованы очень много разных инструментов. И тряпка, и мастихин, и кисть, и где-то какое-то прошкрябывание. В общем, руки пачкать уже можно. Да, можно. А попробуйте, это очень приятно. Это как крем на тело наносить. Только вот так вот или тоже? Да, то есть нам надо сделать такое движение, живопись – это движение. Не только цвет. Вообще каждый человек рожден для того, чтобы творить прекрасное. А это и вытирать еще? Да, обязательно. Каждое движение перетирать. То есть мы чтобы нас вот это красивое пятно, лишнюю краску, да, чтобы это пятно у нас осталось. Солнечные зайчики мы будем еще добавлять в процессе. А теперь самое интересное. Примерно это все начинаем. Рукой мы погладили его. Теперь начинаем располагать наши предметы на холсте. Берем мастихинчик. Сейчас мы ним будем работать все больше и больше. Масло нам не нужно. Намечаем примерненько вазку. Потом будем делать цветы. Света, кто ты по образованию? Я по образованию, не поверите, юрист и экономист. Ой, рисующий юрист. Практикующий юрист или практикующий рисование юрист? Я пробовала работать по своей профессии, наверное, около года. Поняла, это не мое. Как поняла? Поняла, что это не мое абсолютно. Пыталась рисовать на работе и поняла, что это не совсем удобно. Да, я сидела на работе, мне в голову лезут стихи. Что мне придумать дома, какие-то задумы, какие-то новые проекты, но только не то, что нужно делать на работе. Не срослось юриспруденция, да? А что же так? Это больше. Ну, выбирала же как-то. Я не сказать? Выбирала. Это мне родители сказали так, попросили, чтобы я была юристом. Они меня люди не творческие, как бы не понимали этого всего. И теперь уже видят, что это мне очень нужно. А потом она от рук отбилась и пошла в художество. Да.
но закончила. То есть с высшим образованием, художник с высшим юридическим образованием. Да. Берем белый с желтеньким и делаем светящуюся вазу. Делаем ее прозрачной. Я сейчас нанесу. А что белый и желтенький? А, потому что это недоразмешанный желтый с белым, он дает ощущение света. Берем, делаем корешочки. Это коричневый Марс, темно-синий ФЦ, зеленым мы не пользуемся. То есть мы вымешиваем темно-синий с коричневым. Да. И начинаем примерно вот так наносить. Это будут наши корешочки. То есть вот так непроизвольно все. Не, взяла вазу и испортила. Давайте. Ну, сейчас и я подпорчу вот. Еще, да? Это какая первая картина была? Первая это была такая романтическая, горы, горный пейзаж. Жива? Картина. Да. Она реально существует? Да, да, да. Первая работа, ну, мне дорога очень... Дорога как память. Да, дорога как память, очень. Каждый момент помнишь, как ты ее писал. То есть все первое, оно, наверное, очень дорого. Вот, получается такая немножко уже прозрачная у нас. А вот это не лишняя у нас тут красочка? Нет, она ничего, там нам не мешает? Ничего, нет, 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 не мешает. Если что, мы можем позже убрать. Краска очень долго не сохнет. То есть мы можем немножко, если мы пошли в таком направлении, можно утолщить немножко вот эти стеночки. Можно посадить вазочку на стол. Свет, как ты сама думаешь, тебе не хватает именно вот образования художественного? Конечно, не хватает. Мне ты очень бы хотелось, да, хотелось бы, да. Возможность есть такая или только желание пока? Возможность есть, но, к сожалению, заочной формы обучения нет, а на стационар я как-то... Не хватит времени. Просто. Муж, ребенок? Да, муж, ребенок. Барышня у нас художница замужняя. Вообще, как муж относится к художествам? Муж меня поддерживает. Вот и... Так сказала вроде. Иногда поддерживает, а вот иногда не поддерживает. Иногда есть такая ревность, не скрою, есть ревность к моей работе. И возвращаясь к мастер-классам, как пришла идея, собственно говоря, как проводить пришла? Такие мастер-классы? Ну, понятно, что ты их проводишь не для художников, не для людей, которые там уже с нормальным видением этого всего, знаниями, умениями и так далее. Для чайников. Это мастер-классы для чайников, да? Это для творческих людей, да. Но для творческих чайников. Для творческих людей, да. Но как пришла идея? Приходит время, наверное, когда уже чаша переполняется полностью. Вот так мне хотелось, чтобы у меня была работа художника. Очень сильно хотелось. И... Ей настолько, по всей видимости, самой это нравится, что она захотела поделиться, вот выплескивается из нее, поделиться своей радостью, своим хобби еще и с кем-то. Да, выплескивается, не то слово сказано, конечно, очень как, сильно. Как на холст, так и на окружающих. Да, да, то есть мне не жалко делиться своими какими-то секретами. Я столкнулась с такой проблемой, тоже хотелось бы мне поучиться, ну, как бы институт и все. Ну вот времени не было, и нигде я такого не могла найти, чтобы себя реализовать в масле, в живописи. Но почему бы не поделиться с людьми тем, что тебе нравится и чем ты живешь? Ну и в результате рисует цвета, а я стою тут и зубы закрываю. Это я только вазочку. Дальше самое интересное начинается. Мы рисуем сирень, и мы, картина у нас ради сирени, то есть листья – это не главное. Они находятся примерно внизу в сирени, и вот такими движениями, не боясь, начинаем наносить наш подмалевок. О, это давайте. Безобразие мне уже нравится. Да. Могу, да? Да, да, отлично. То есть с разными такими движениями, да. Здесь чем быстрее, чем как-то... Это баловство, получается, такое своеобразное баловство. Вот. Вот это процесс увлекательный. Да, делаешь вроде бы, что попало, а получается... Отлично. Главное не перемолоть. Все до зеленого цвета. Ух ты, синенькая появилась. Да, то есть и синенькое должно. То есть одного цвета не должно быть.
А любимая работа какая? Ну, среди работ, ну, не бывает такой. А, то есть я могу вот это тоже поучаствовать? Да, то же самое. Да, да, да. В живописи идем от темного к светлому. То есть маленькими такими движениями лепим нашу сирень. То есть она должна быть вся разная, да, да, все. Дальше вторую. Вторая здесь должна быть. То есть скидываем красочку, намазываем. Хорошо. От вопроса... любимая работа. Любимая ушла. Да. Все любимые, все ну, над которой работаешь, та и любимая, собственно. Да, да, да. Все работы как дети. Уже не раз, наверное, слышали от художников. Любое творение. Ну ладно, какая самая родная? Ну, может, самая тяжелая. Бывает по-разному. Бывает, и за 2 часа напишешь картину. Бывает, месяц выписываешь. Я не в плане там даже времени потраченного на это, а там реализация задумки какой-то, но тяжело было. Садишься, думаешь, сейчас нарисуешь, классно. Ну вот, а что тяжелее всего? Рожалось, да. И рождалось. А что рождалось больше, труднее всего? Ну, это, наверное, моря. Я их долго выписывала. Это моря. По впечатлениям. Да, после... надо сказать, шторм я видела. Даже шторм у нее получился такой... солнечный, красивый, светлый, такой штормит, но светло. Ну, светло, радостью штормит, да? Да, да, да. Это по впечатлениям, когда мы ездили на море, у меня родилась серия картин на морскую тематику. Как-то первый раз попробовала, мне так очень увлекло, и морская тематика мне очень близка. Это будет чудо, если мы не испачкаемся, конечно, но мы обязательно испачкаемся. Да. Ничего страшного, масло очень хорошо стирается. Да? Да. Не, ну мастеру виднее, сколько раз отстирывала уже все. Да, 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 бывало. Есть у тебя форма вот для того, чтобы рисовать? То есть вот ты одеваешь свою любимую одежду какую-то, именно которая вдохновляет тебя на... то, что ты рисуешь? Есть дома, есть в мастерской, конечно, есть. А что это? В основном это рубашки, традиционный балахончик? Или же халат обычный? То, что быстро отстирывается? Да. Потом берем другое что-то. Каждый раз по-разному. Но должно быть удобно, я так понимаю. Да, чтобы удобно. Чтобы не отвлекать и не думать о том, что ты сейчас там что-то испачкаешь, и оно тебе мешает. Вот здесь вот пустовато. Как по мне, тут что-то не хватает. Да, да, да. Да, отличный. Это очень красивый цвет. То есть масло уже кусками накладываем. Да. Не размазываем, накладываем кусками. Да. Свет, а когда ты поняла, что ну вот можешь ты показать уже свои работы, скажем так, широкому залу? Когда стесняться перестала? Это же есть у каждого, то есть вот человек рисует, а показать стесняется, потому что, ну, есть там великие, маститые, знаменитые мастера, которые скажут, да, ну что это, ну, елки зеленые, что она тут нарисовала еще и выставляется. То есть как вот это перебороть и как это у тебя случилось? Было такое, конечно, у меня самооценка не завышенная ни в коем случае, у меня наоборот всегда было так. Да? Да, это мама мне все время говорила, почему ты не выставляешь нигде свои работы, вот зачем ты их рисуешь, если никто не видит. Для себя, для души, говорит, надо показывать, делиться своим умением. А там краска лишняя была, да? Да, краска лишняя, мы собираем. Друзья говорили, чтобы выставлялась. Так, да, не прошло и 5 лет, она взяла и выставила. Да. И что это было первое? Первая выставка. Это была общая выставка в Центральной галерее муниципальной. Там было представлено моих 3 работы, еще таких каких-то, не очень таких, как мне сейчас на этот момент. Я уже смотрю, конечно, думаю. 3 работы, всего лишь навсего, первый раз. Да. Ну и? Ну, это было так интересно очень, мне понравилось. Страшно было, конечно. Ну, плохих отзывов не было. Начинаем немножко высветлять. Начинаем высветлять наши цветочки. Угу. То есть, если это розовое, значит розовый мы здесь намешиваем. Берем белила,
становится розовым. И начинаем уже оттенять, делать свет и тень. Вот примерно свет будет отсюда, а тень отсюда. То есть мы это должны все показать. Все не закрашиваем и делаем уже примерно наши цветочки. Вот таким что-то образом. Угу. Пробуем. Теперь мы масло размягчили. Угу. Мы им... Какое бы слово подобрать? Наляпываем. И мы им вот так вот наляпываем. То есть главное сохранить нижний слой, вот этот темный. Делаем примерно уже характер наших цветов. И какой у них характер? Они такие бутончики, да, они должны быть такие нежные, красивые. Вот. Так, игривость замазали и сделали нежные, красивые. Сейчас мы им характер нарисуем. Человеку бы так, да? Раз вот эти черты не нравятся, да. Соскребли и сделали все как, вот, как по заказу. Поэтому очень интересно жить в картине. Не, главное туда окончательно не уйти. Да. Возвращаться. То, за что переживает твой муж, я так понимаю, да? Да. Нам надо постоянно менять направление обязательно мастилином. И от этого классно, правда, становится все отлично. Вот здесь. Правда красиво? Да. Трудно рисовать? Да мне-то нет. Потому что я в основном болтаю. Это совершенно не так, как его описывают. Скажем так, увлекательно. Да, увлекательно. Это еще очень успокаивает. Арт-терапия. Никаких депрессий не может быть, когда человек творит. Готово? Готово. Готово. Никогда не поздно заняться живописью. И приучайте к прекрасному своих дітей. Як і годиться справжнім художникам, ми, ну, наскільки змогли, вивозились у фарбі, але картина завершена. І я вам скажу, це приносить величезне задоволення. При цьому можна ще й паралельно пити каву і відчувати себе. Ну, може Мікеланджело, може Да Вінчі. Ну, потім... Захочете – покажете це своїм рідним і близьким, захочете – не покажете широкому загалу. Але приємність від цього дуже велика. На все добре, до наступної кавової зустрічі.